Нет, ну в этом видео я точно матом не буду ругаться. Хотя... Ни хрена себе! Хрена себе! А ты кто такой? Всем привет, ребят, с вами Македон Плей. И мы с вами начинаем проходить игру «Приключения Аманды». Так, дорогой Рейл. Рэй, может быть, Рей или Рили, не знаю кто. Ну, короче, если ты читаешь это, значит, ты не увидишь меня снова до следующей жизни. Я буду разговаривать с тобой обо всем. И я не знаю, сколько времени у меня есть, чтобы оставаться... Чтобы оставаться здесь, перед тем, как я уйду. Это письмо... Что-то два пурпур сказать тебе прощай и into your my house is... и что-то там с моим домом. А в следующей части может будет ошибка и forgive забыты меня, если это возможно. А, ну типа прошу прощения, забудь меня, если это возможно. Когда ты останешься здесь через некоторое время, мне нужно будет отправить тебе, не знаю что. Посмотри пленки, но знаю, одна из них смотрится, это что-то там, turning back, не знаю, может типа нельзя повторно смотреть. Оставайся в безопасности, с тобой навсегда, а не Кейт. Не знаю. А, ну эти подсказки как это управлять? Так, ладно, хорошо. Так, это все круто, здорово. А languages. О, так лучше. Назад продолжить. Так, хорошо, значит, что мне надо сделать? Так, и что такое? 10 минут, 20, 30, 40. А, и духовка типа. Оф. Это, ладно, пускай будет время. Блин, чё ж у них у всех чувствительность такая дикая-то, а? Так, настройка... Так, громкость, вот. Вот, чувствительность, давай. 17. Так, ну-ка. Ну да, вот это получше. Так, там сейф, здесь... Это что, типа игрушечный андроид? Это запись, которую мы читали? Не, ну да, вот, и это типа, как что делать. Так, хорошо. Взять пленку, вставить на кухне. Приключения Аманды. Привет, я Аманда, а я Кудряш. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. А я люблю персиковый пирог. А какая твоя любимая начинка для пирога? Да что? Подожди. Пускай будет яблоко. Да? Звучит аппетитно. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. Сначала нам нужно нарезать яблоки. А чем нам нужно их резать? Нож. Ты же типа хочешь, чтобы я по-русски писал, да? Блять, долго будет. Нож. Блять. Да я знаю, я ошибся, бля. Не, потому что клавиатура на английском, у меня нету русских букв. Бля, но. Ж, но. Бля, пиздец. А, но. Ж, сука. Да я не знаю, как. Сейчас мне надо посмотреть раскладку клавиатуры. Я в душе не знаю, как это. Подожди. Ж. Так, русский. Вот, перед Э, ёпта, где Б? Так, давай еще раз. Но... Ж. Ура, отлично. А можно использовать острый нож? Думаю, нам не стоит делать это без присмотра. Нужно быть смелым, когда остаешься один. Гляди, я пират, ха-ха. Мне кажется, это небезопасно. Ладно, Кудряш, давай порежем яблоки. Было сложно. Для приготовления почти все готово.
Осталось только добавить сахар. Знаешь, где хранится сахар? В шкафчике, в холодильнике или в раковине? Я что, знаю? В шкафчике. Нет, попробуй еще раз. В смысле, в шкафчике же хранится. Ну не в холодильнике же. Не хочешь помочь мне? Да я вообще не знаю, где... А, здесь, наверное. Здорово. Давай испечем пирог. Чувствую запах яблок и корицы. Так, пора испечь пирог. Сначала разогрей духовку до 425 градусов. Думаю, нам не стоит включать духовку без взрослых. Нужно попросить об этом родителей. Я не знаю, где они сейчас. Мы тут сами по себе. Сначала разогрей духовку до 425 градусов. Затем положи яблоки в форму для пирога. А теперь поставь духовку и выпеки 40 минут. Если это подсказ, 425, 40 яблоки, да? Пирог готов. Скорее бы его попробовать. Кудряш, давай испечем пирог. В смысле, вы уже испекли уже. То есть мне... Ну-ка, так выпал смешно. На нахер. То есть мне получается, надо сейчас найти яблок. О, яблоки есть. Ну типа, да нахрен клубника. Яблоко. Яблоко. Сахар. Где шкафчик? То есть тут надо не шкафчик, да, искать, типа? Нет. Что мне делать, я не пойму. Да нет же. Нет? Ну ладно. Так. Почему я на чердаке? А, это подсказка или что? Подожди. Так, я понял. Что это такое? Собака какая-то стулая. Так, что-то с временем надо. Так, хорошо. Хорошо. Мне, значит, надо приготовить... Мне, значит, надо приготовить что-то. Мне надо приготовить яблочный пирог, наверное, или нет? Так, давай думать. Грибы. О, я знаю, с чем пирог сделать. С грибами. Так. Хочешь грибы? Нет? Ну, не хочешь, как хочешь. Отлично. Так, а может кассету надо какую-то найти еще, а? Так, вот сюда. Пароль какой-то нужен. На кашке сидел король. Так, ладно, я не знаю, честно говоря. Так, а может там подсказка какая-то была, нет? То есть я взял, поставил духовку. На 425 градусов. Может надо подождать? Ну, допустим, 425 градусов. После чего я взял, положил тарелку, взял яблоко, положил яблоко. Нельзя, да, так? Ну ладно. Срань такая, а? Иди сюда. Ну, в смысле? А может надо пустую тарелку положить? Звук такой, как будто чергает нафиг. Выпало. Все это на 40 минут. То есть я вот так вот беру. О! Да я ж делал так. Или не делал, получается. Пипец какой-то. В своем районе. Привет, друзья, я Аманда, а я Кудряш. Что тебе больше всего нравится в твоем районе? Отлично. Мне нравится, что в моем районе живут мои друзья.
Сегодня я хочу отправиться за своим другом кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Ну вот он, но я выберу вот это сначала. В смысле? Серьезно? Давай выберем открытку. Так что мой друг не выбрал, какую открытку ей отправить. А вот эту. У нее не день рождения. Думаешь, это то, что нужно? Отлично, я нашла идеальную открытку. Теперь следующее задание. Когда друзья поступают хорошо, нужно их поблагодарить. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. А меня угостишь? Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Где мне купить угощение для друга? Ну вот она, эту. Давай, купим это. Кудряша оставил его без пирога, не хочет пирогом делиться. Все так вкусно пахнет. Я хочу угостить своего друга. Что такое? Печеньки. Покажи мне, где есть печеньки. Вот. Выглядит аппетитно. Осталось зайти еще в одно место нашего района. Посылка для моего друга готова. Она живет далеко, так что отправил посылку почтой. Ой, уже поздно. Почти все магазины закрыты. Наверное, отправить сегодня не получится. Я должна отправить посылку. Пора идти на почту. Давай отправим посылку моему другу. Ее зовут... Подожди. Я не помню. Ты можешь помочь? Мы можем вернуться завтра. Не обязательно отправлять посылку сейчас. Нет, я должна отправить ее. Помоги мне. Кому нужно отправить посылку? В смысле, ты меня спрашиваешь? Я что, знаешь, что ли? Я не помню, Ц. Нет, мой друга зовут не так. А как мне выйти временно? Тебе ведь неизвестно. Чего? Подожди, что? Теперь можно... Кейт там было написано, надеюсь, она любит печеньки. Что? Это в смысле, она сама вела или что? Кейт? Амил, follow us to fun. Кейт. А что мне это должно дать? Отправить посылку мне, что ли, теперь на... Да. В чем здесь это? Типа Кейт набрать или что? Я не могу Кейт набрать, тут нет Кей. Hi, friends, I'm Amanda. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? Смотри, C, B, F. Так, а может CBF тут надо сыграть? Это тут возможно, смотри. C, B, F. Ну, естественно. Естественно. Да. А, это ты? Что бы ни произошло, ты только плачет. О, нет. С Кудряшом произошел несчастный случай. Несчастный случай — это когда происходит что-то плохое, но в этом никто не виноват. Конечно. Он может произойти у тебя дома, в школе, на игровой площадке. Ты можешь пораниться где угодно. Сегодня днем в 3:25, пока мы играли с Кудряшом, поскользнулся и упал. 3:25. Я не... Какой часть тела ударился Кудряш? 3:25, значит, да? 3:25. Ладно, запомню. С этой частью тела все в порядке. Скорее, он поранился. Колено. Все верно. Кудряш ударился колено. Кто может помочь, если ты ударится, ударишься? Ну давай. Доктор. Давай, отведем Кудряша в больницу к доктору. Какой мне там зайти, чтобы найти нужного доктора?
Я предлагаю сюда. Думаю, что доктор поможет Кудряшу. Это? Кудряшу больно. Тогда давай зубы починим. Пожалуйста, помоги мне найти нужного доктора. Давай, вылечим Кудряша. Аманда, мне очень больно. Когда доктор? Доктора здесь сейчас нету. Посмотрим, что мы можем помочь. С чем мы можем помочь Кудряшу? С помощью какого инструмента мы можем осмотреть травму Кудряша? 2250. 2250. То есть 325. Давай я запишу. Это первое было 325, а второе это 2250. Давай мы рентгена не будем. Сначала все это начнем. Нет, глупыш. Сейчас ты смеяться не будешь. Мне страшно. Что там находится? Я больше ничего не могу. Верно. Теперь можем смотреть на кости Кудряша. То есть это подсказка. 3.25 и 22.50. 3.25, 22.50. Я понял. Понял, принял. Давай, пошли. Блин, бедный Кудряш. Мне кажется, она его булит и хочет убить. Как ты думаешь? Ой. Сейчас так сядь поудобнее. 3.25, 22.50. Давай. 3.25. Нет. Три двадцать пять. На, значит, давай на 10 пока поставим. Хотя нет, наверное, на 3 надо ставить. 3.25, 22.50. Три, 25, 22.50, давай. Да куда ты? Ты нет же. 3. Двадцать пять. Вот. 3.25. И чё? И как? А, вот здесь что-то. Блин. Ну давай. Сначала 3.25. Сначала 3.25, а потом 22.50, если не поможет. 3.25. Нет? 22.50? Да куда ты? Вверх же я нажимаю на стрелочку. Так? Ну чё не так-то? 3.25 же сначала, правильно? Я поставил 22.50, потом. Давай 3.25 везде выставим тогда. Так, здесь 3.25, 3.25. Здесь нет. Здесь 3 просто. И здесь 3.25. И чё? Всё, нет? Не так? Нет, не то, не работает? Чё, 22.50 надо, что ли? Да, 22.50, я же говорил. Ну-ка, ещё проверка. Давай 22.50 попробуем. О, да, 22.50. Все правильно. Значит, тут тоже 10.50, наверное.
Так. И тогда тоже, надеюсь, надо поставить, да? Тут 20-50, да? Ну я здесь ставил, здесь 50 уже. Нет. Может, это 3.25? Нет, это не так работает. Так, давай здесь 3.25 поставим. Так, и чё, и ничего не произошло. Только пока будильник у меня шумит. Может, еще раз надо кассету пересмотреть, может, что-то я упустил? А это ты? Ну что мне пришло, только ты, только ты. That part of Wooly looks fine. Hurry up, he's hurt. That's right. Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? I don't think they can help. Don't you want to help Wooly? Что такое? Что ты вообще здесь делаешь? Попробуй еще раз. Ты близко. Трэш, мое время, мое терпение заканчивается. Давай пойдем куда-то в больницу, к доктору. О! 6! Вот время. 6, получается, 20. Вот она подсказка. 6.20. Надо удалить. 6.20. Вот это что должно быть на часах, я понял. Двадцать 22.50, смотри, на этих часах. Все, понял. Сколько я сказал? Так, время 6.20 там было. На часах. Значит, надо сюда бежать. И сюда 6.20, наверное, ставить. Либо на тех часах 6.20. Так, подожди. Вот 6.20. Нет? 6.20 здесь должно быть? Да. Так, все, отлично. А, тут, значит, 3.25, да? Нет. Так, пошли еще раз смотреть твоеничью кассету. Давай, тебе страшно, я знаю. Accidents can happen in your house, at school, at the playground,
You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon. 3:25, а у нее он 3:09. А на часы показал 3:09. 3 часа это сейчас. 3:09. Вот где. Она обманула нас. Она просто нас надула нагло. Понятно, все сейчас. То есть он сказал 3:25, а на самом деле нифига. Ну давай, давай. Ну вот, 6 это я выставил, и это я выставил. Пошли быстро водить. 3:09, значит 3. А вот это 9. Ну? И чё? Пять. Это получается 15 минут. 15 минут 6, что? А. Здесь на 5 надо выставить, типа. Так, что ли? Или нет? И что теперь? 5, я там поставил. Так, я что-то ничего не понял. Ну вот я тоже на 5 поставил. Или здесь на 3 надо поставить? Нет. На 10. А, на какой 10? На 10, это же минутная стрелка. То есть вот так-то, да? Нет. Может, на 25 надо поставить, типа? Или на 20. Подожди, сколько он там пишет? Вообще на 3 надо поставить ее. Ежеминутная стрелка, это же не часовая. То есть вот так вот, да? Нет? Может, ключ надо повернуть? Нет. Или часовая просто сломанная? Или мне надо часовую стрелку найти, или что? Я ничего не понимаю. Три... Это получается 15 минут 6. Здесь везде выставилось на 15 минут 6. То есть получается мне стрелку типа надо найти. Может, здесь надо 22:50, типа, я не знаю. Нет. О, нифига себе. Тик-так. Тик-так. Смотри, к чё. А, вот и стрелка. Нифига себе. Никогда бы не додумался там искать на самом деле. А вот теперь можно. То есть это вот так вот получается. Вот. Так. Новая кассета, хорошо. О, нифига себе, сейф пропал. Коробка там теперь, видел, из-под сейф. Еще раз привет, я Аманда, а я Кудряш. Какой прекрасный день для пикника.
Какая твоя любимая еда для пикника? О, мне это совсем не нравится. В смысле, ты ничего не спрашивала? Фу, Аманда, что это за запах? Никогда в жизни такого не чувствовал. Не знаю, кудряш. Да, ты прав, запах ужасный. Как думаешь, откуда этот ужасный запах? И откуда? От тебя? Нет, выглядит нормально. Стопудово от тебя. Ты специально это делаешь? О, все верно. Это бутерброд воняет, потому что он гниет. Этот пень тоже гниет. Знаешь почему? Вещи гниют, когда перестают быть живыми. Знаешь, какое слово противоположное слову живой? Мертвый? Но я тебя буду бесить, давай я буду пень. Посмотри на пень. Если не живой, тогда какой? Ха-ха, давай-ка вот так вот. Думаю, нам не стоит об этом говорить. Давай, боишься думать об этом? Давай, мертвый. Верно, этот пень мертвый. Мертвый противоположный живому. Хорошая работа. Растение умирает, когда получает недостаточно света или воды, либо если заболевают. Давай вернемся к нашему милому пикнику. Животные тоже могут умирать по-разному, ни хрена себе. Посмотри на бедного мистера Лиса. Он умер и теперь гниет. Как думаешь, что убило его? Пистолет, нож или ядовитые ягоды с этого куста? Хрена себе, я не знаю, мне кажется, ты убил его. Нож, я думаю, что это оно. Пистолет? Нет, неверно. Смотри, какой смешной у него язык. Пиздец. Что убило его? Ножик. Было бы здорово, если бы он мог рассказать нам. Мистер Лис, как вы умерли? Нож. Это была старая медвежья ловушка. Мистер Лис даже не понял, что убил его, пока не стало слишком поздно. Аманда, это всего зашло слишком далеко, мне это не нравится. Вы сегодня столько всего видели? Гниющий бутерброд, гниющий пень и гниющего старого глупого мистера Лиса. Капец. Иногда мне кажется, что я гнию. Но это происходит очень далеко. Аманда, ничего здесь не гниет. Что ты делаешь? Ой, что ты думаешь? Думаешь, все гниет? Конечно нет, Аман. Тебя я не спрашивал. Ответь на мой вопрос. Тебе не обязательно отвечать. Ты. Почему ты не отвечаешь на вопрос? Абрв. Скажи мне. Скажи мне. Фига себе. Разве ты не хочешь быть мне другом? Ответь на мой вопрос. Не. Думаю, уже слишком поздно. Охренеть, и чё я должен из этого понять? Ни хрена себе. А ты кто такой? А это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, мы с вами прошли приключения Аманды, поэтому что я хочу сказать. Если вам понравилась такая игра и такой стиль в виде инди-хорроров, пишите комментарии. Будем проходить больше, ставьте лайки, не стесняйтесь. Всем покеда!